Вторая игра сегодняшнего дня в турнире Кубок Иванова между командами Орешек 2 и Бастион 2. Вот тренер Бастиона Артур Никитин сегодня будет подсказывать, как играть правильно, владеть клюшкой. Артурик, как настроил команду вашу? Боевой. Будем стараться выложиться на максимум. Выиграть эту игру. Вот его клюшка тоже Артур Исаков. Очень хороший игрок. Все очень симпатичный, неплохой, культурный игрок. Посмотрим, что сегодня он покажет по команду Орешек 2. Игроки друг другу помогают с амуницией. Вот такие у нас сегодня старички играют. Она 60 или 70 лет. И вот наш молодой игрок. Вот, покажем. Вот, молодой, ну, это лет 20 ему, наверное. Это. Да. Вы участник городского чемпионата. Ну вот там какие команды по сравнению с нашими? Ну, есть одинаковые, есть и покрепче, конечно, команда. Там интересно играть? Ну, интересно, но здесь интересно, потому что равные игры примерно. Мы стараемся делать, чтобы команды были одинаковые. Ну, да, да. А там вообще расколбас, да? Ну да. Андрей, ты несколько игр назад ты сделал дубль. Вообще, ты как ты ожидал, что это произойдет вообще вот это событие? Были большие. Возложена на меня ответственность. Первое звено. Я думаю, дело свое сделал. Ну, вообще ты не ожидал, да, что так случилось? Ну, где-то халява помогла тоже. Скажи, после того, как ты дубль сделал, хет-триком попахивает или как? Посмотрим. Хотелось бы. Так, Ян, скажи, для тебя это такой первый чемпионат большой в твоей жизни. Как ты себя в нем ощущаешь? Ну, как могу, так стараюсь. Как ты вписываешься в коллектив, как тебя... Извини. А, о, окей, убежал. Фу, ну вот я продолжим, да, ну как тебя в команде вот восприняли, вот как нового игрока? Ну у нас всех принимают нормально, команда хорошая, все довольны. А вообще вот о команде, да, скажи, вот как тебе ребята, как коллектив? Ну ребята намного моложе, конечно, но есть и постарше меня, но стараются все. Нравится, да? Ну, конечно. На следующий сезон будешь продолжать? Конечно, делать? Конечно.